Тури-тури-тури-ту. Ну а я продолжаю свою рубрику «Надпись на писте». И сегодня надпись Никитосу Кирилловскому от Владлена. Смотрим надпись. По традиции красивый вид для Никитоса забесь. Смотрим надпись. Никитос, с днем рождения, братишка! Нечанг тебя ждет. Во, Владлен, молодец. Тарарарам. Пока ты думал, я думал. О, блядь, Евала, привет. Блядь, музыка играет, наверное, не успеем с вами поговорить. Короче, в сегодняшнем видео я вас буду оскорблять. Сходим с вами за продуктами, еще куда-то и еще что-то расскажу. Ну а пока идет музыка, я бы вам хотел бы рассказать одну очень интересную историю. Особенно она, наверное, будет интересна тем, у кого есть дети уже, уети. А что я хотел рассказать? Сейчас, короче, кофе принесут, сами знаете за кого, и, наверное, продолжим. Наверное, все-таки уйдем на улицу, а то здесь музыка, и пиздец, придется быстро говорить, чтобы авторское право, ну, сами понимаете. Так что пока с вас лайк. Ну и на оскорбления не обижайтесь, там максимум дебилы, чушки, пидоры, то есть такое все. 58 тысяч кофе, чего, блядь, кофе, видали, какое дорогое? 58 умножьте на 3,5, столько стоит попить кофе. Обалдеть. Ну все, смотрите видео. А что за видео? А, да, пока посмотрите, как я ел устрицы, там, ежи. Пям, скоро вернусь. Нихуя как позитивно начал, да? Охуеть. Да, кстати, а ужинал я уже в футболочке от Джулия. Му. Голдушка, не ревнуй. Вчера видели, какая хуйня-то? Записывал для вас 1080, 60 FPS, а YouTube только в 480 видос загрузил. Так что я ни в чем не виноват. И за это я хочу перед вами извиниться и сожрать 3 устрицы. Ну а чё? Устрица одна стоит 35 рублей. А вот этот шар я первый раз буду пробовать, стоит 100 рублей один, но он кусается. О, блядь, чушкарики поганые, как у вас дела? Блядь, ни одна сука не задонатила за 5 часов, представляете, пиздец. Чтоб вы колесо прокололи. Так и вот, что я вам хотел сказать. Что-то делать нехуй. Поспал, покурил, проверил донат Алерс. И решил, поеду-ка я куплю себе, блядь, сладкого йогурта и булку. Ага, и голова болит. Еще таблеток от головы. Так что все. А, еще пиво за Владлена, Сайгона там какого-то. Так что вот. Так проходят дни. Ждем до минуты и отключаемся. Так, что еще нового? А, все, начал смотреть сериал «Чума» по НТВ. Записываю в 1080 в 60 FPS. Лайк ебите. Нищеебы. Вот нам, друзья, с вами подали ежа. Ебать колотить. Сейчас будем с вами пробовать. Есть, тут надо вот эту хрень желтенькую. Сейчас я попробую, рискну ради вас. Готов? Штрибом. А что надо делать? Попробую чуть-чуть. Да ебана колотана, блядь. Ебаный еж. Но я ел его на самуях. Пробую морского ежа. Блять, вкусный соевый соус. Ёж заебись. Блять, для потенции, наверное, охуенно будет. И за что 100 рублей? О,
меня нет грязи в ухе. Знаете, о чем я чушки подумал? Вот идите-ка вы в жопу со своими стримами. Вот я уже 2 стрима сижу без донатов. И вот какой мне смысл на вас, дебилов, тратить, блядь, по 4, по 5 часов в день за бесплатно? Так что мы вводим вновь новую рубрику «Вызови одноглазое чудовище на стрим». Теперь, если вы хотите стрим, подождите, ну, чтобы время было примерно с 4 дня до 9 вечера, я в это время могу себе стрим позволить, или с 4 ночи до 9 утра я могу себе этот стрим позволить. То есть кидаете 1500, и Юрасик включает стрим. А так ебал я нахуй. Да, вот сейчас видео вам выгружу. Если вам нужен стрим, 1500 там скиньтесь дьяволами и проведем стрим. А так я лучше сериал посижу, чем с вами долбоебами сидеть там что-то курлыкать, мурлыкать. Вылизываешь, вам похуй. Пиздюки, блядь. О, фу. Ага. О, все, заправляюсь. Так больше влезает, когда ровно байк держишь. Едем дальше. О, Мазитов, привет! Так и вот, вы, наверное, спросите, Юра, а how much литр бензина? Литр бензина стоит 17500 донгов. Умножьте на 3,5 и получите литр 92-го. Кто посчитал, напишите в комментариях, how much. Бля, вас чуть не спиздили, дебилы. А чё, как донатите, так и дебилы. Надо поздороваться не с кем. Аккуратненько. Не знаю, думал, вдруг понимает. Привет, ребята. Опа, блядь. Неудобно, дают карточку в руки, блядь. И ты остаешься с одним глазом и с одной рукой. Так, вот наше место, трюм. А, блядь, подождите, видео для богачей снимаю. Ну что, ребятки, давайте ебанем. А, давайте лайм подождем, сейчас нам лайм принесут. Как вам моя новая футболочка? Вам не кажется, что надо тапочки сменить? Ждем лайм. Бля, кто пересматривает стрим уже на ночь, поглядите, какая охуенная хуйня. Дайте 1000, а? Для аппетита. А чё уж, решил вам целый день сегодня показать. Так, как правильно есть креветку? Устрицу. Как правильно есть устрицу? О, Бланк, здорово, нет пару тысяч, дружище? Устрицу. Еще ебало, чтобы я сфоткать мог. Ох ты, много лить? Сморщилось что-нибудь? Да. Все, не надо, сколько много лить. Ох. Теперь соевого соуса с васаби туда. Столечко, да? Ну, столечко, вот так. Так. Ну, блядь, вам же не видно, да? А то скажете, пиздомол. Может, ложечка. Давай ложечка лучше, чем камни жрать. Ведь у нас это традиция перед сексом, пожрать морепродуктов. Вообще не справляюсь с молодой девахой. Это божественная хуйня. Во. Беру вот такие помидорки, стоят, умножайте на 3,5. Нихуя, Юра, монтаж. На самом деле монтаж это очень заебно. Так что я не буду такой хуйней заниматься. Имейте в виду, что вот я закупился в магазине. Взял еще огурцы. Берем с вами еще вот такие яблочки, тоже на 3,5. Да нет, это очень дохуя монтажа. Беру еще такой соус. Мне вчера понравился. Помните, мы с вами ели там ежа? Вот там дали такой же. Ну охуеть. Также беру алоэ. Хочу сделать суп из алоэ. Блядь, а такое бывает суп из алоэ?
Да, наверное, бывает. О, возьмем с вами кусочек рыбки. Всего 103. А, так вот, его на ужин пожарить и будет заебись. Да еще и спаржу. Так, и найти спаржу надо. Также еще беру две куриные лапки. Стоит 18, умножьте на 3,5. А, ну а рыбина это 350 рублей. Также взял еще картошки 400 грамм. How much картошка 400 грамм? Непонятно. Охереть, а цен на грецкие орехи. 76 умножьте на 3,5, это цена за 100 грамм грецкого ореха чищенного. Миндаль. Ну вот, 175 рублей стоит 100 грамм. А сколько в вашей серости это стоит? Напишите, пожалуйста, если вам делать нехуй. Курага. 175 рублей, 100 грамм. Что-то дорого, блядь. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, обычный магазин, как пятерочка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что мы идем хлеб искать? Придумал новую хуйню. Как унижать вас еще больше, челядь ебаная. О, на замедленном, подождите. Так, сигареты взял, зажигалка взял. Сейчас кофе перемешаю и начнем разговор. Вы же, наверное, многие знаете, что где-то в мире есть один выживший сперматозоид мой. И вот этому сперматозоиду, назовем его так, уже 16 лет. Или сколько? Ну вот будет 16 лет. Ну и стал вопрос о будущем. Ну я вам это уже рассказывал, да, там, что делать. И вот я как великий отец, как великий комбинатор, все-таки соизволил и поговорил со своим сыном о его будущем. И он мне все разложил. То есть, что, как. И сейчас я вам это расскажу. Поставьте пока лайк, 5000 закиньте и слушайте. Мы пока, сами знаете, Никулин, кофе за тебя выпьем. Юртаса не видел, кстати? А вы же помните, мы с вами на той неделе приезжали смотреть собаку. Так и вот эта собака из головы не выходит, решил узнать how much. Так и вот, это белое чудовище стоит 7 миллионов, но за 6 отдадут 20 тысяч. Нахуй, да. Лучше опять попугайчиков. Угу. О, собачка на байке. Бля. Ну купите Юру собаку. Плюс к ней нужны документы, прививки. Кстати, напишите внизу, сколько стоит оформление всех документов на бездомного пса. Ну, кто у нас знает? А у нас есть знающие люди, я уверен. Ага. Вот такая коробка суш стоит 169 тысяч. Умножьте на 3,5. Интересно, есть такие дебилы, которые сидят и умножают? Зачем вам это делать-то? Это ничего не поможет. Если вы сюда приедете, знаете, только поначалу начинаешь переводить, а потом похуй. Живешь в их валюте и все. Так, хлеб уже, пришли к хлебу. Я беру всегда вот такой.
Вы спросите: Юра, Юра, а почему такой? А где вы, блядь? А я вам отвечу, от него гораздо больше крошек по квартире. На нем, знаете, семена, ну сейчас я вам покажу. Руками нельзя здесь ничего брать. Вам для этого дают щипчики. О. Возьмем один. И кладем. Так-так-так. О, видите, уже от него грязи дохуя. Все, взяли хлеб. How much такой хлеб? 6000. Умножьте на 3,5. И получите, тоже напишите внизу, сколько это будет, а то я и не знаю. How much вот это херобуда? 200 грамм чего-то, чего-то. Ну, рублей 70, верьте на слово. Короче, хуй знает. А, вот сколько стоит. Текст с любой начинкой. Нихуя себе, по-русски. Смотрите, цены по-русски. Обалдеть. Нихуя себе. Я удивлен. А, вот вам цены. Обалдеть. Обалдеть. Бля, так это что вкус? Ой. Черный хлеб вот такой стоит вот столько. Вот такой вот столько. Так и вот, поговорил я со Степой. А нахуя я вам буду это рассказывать? А, ну чё, просто спросил, говорю, чё у вас хоть у малолетних ребят в голове-то? Я говорю, не хочешь ли там в 10-й, в 11-й класс? Он говорит, да нет, надоело уже на шее сидеть у вас, родители, у бабушки с дедушкой. Хочу вот сам уже что-то делать. Типа, мол, спасибо, хату мне купили, блядь, с вас достаточно, я теперь буду сам крутиться. Так и вот собрался с июня жить один. Представляете, поедет в Москву и будет жить один. Я говорю, блядь, тебе не рано, ты справишься? Он говорит, попробовать я должен, батя. Я хочу быть, как ты, самодостаточный. Я говорю, а с учебой что делать будем? Он говорит, а что, сейчас поучусь в каком-нибудь колледже, на какого-нибудь там программистика. Схожу в армию, говорю, ты что, вообще больной? Какая нахуй армия? А он, знаете, что говорит? Все, осталось нам с вами взять сладенького йогурта и пиздовать отсюда. Я терпеть не могу эти магазины. Нихуя. А вот и йогурт. Возьмем самый дальний. Я вот когда работал в магазине, мы всегда свеженькие ставили туда. Так. 10-е, 21-е. Что сегодня, блядь, 1-е? Вы что, вообще охуели? Юру не надо наебывать. А, он весь такой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну да. О, давайте еще сникерсов возьмем. How much сникерсы? 16700. Возьмем один такой, один такой. Шпонь. Бритвенный станок умножайте на 3,5 и задонатьте мне. Хочу нормальный бритвенный станок. А вот лучше такой, он дороже. Короче, 1000 рублей. Жилет с лалом плюс 5 звезд. Пена стоит вот столько. Нихуя, какое информативное видео от Юры сегодня. Да, мне нехуй больше снимать. Одно кофе, блядь, продукты, сон, стримы и все, вообще ничего не происходит. А 10 тысяч на приключения одним платежом никто из вас инкогнито дать не хочет. Вот и приходится страдать. Ты что, попала на камеру, да? Или нет? Не попала? Ну все. Да, и в сумку здесь еду складывают. Видите, молодцы какие. А вот что мы с вами набрали. А, сейчас еще плюс рыбка. И... А что-то вам говорят. Это чушки. Итого 345. Ну, как я вам и говорил, умножьте на 3,5. И это любой поход в магазин. Вот столько денег, я хуй знает. У вас сколько в среднем один поход в магазин? Напишите тоже внизу, мне очень интересно. А он говорит, хочу в армию сходить. Я говорю, а для чего? А он говорит, а чтобы никаких долгов перед государством не было, говорит,
сразу разгибаться с этой хуйней по молодости и все. А потом типа с армии приду и доучусь. Я думаю, ты уверен, Степан? Он говорит, да, батя, я попрошу вас мне не мешать. Это мой осознанный выбор, пусть он вам даже и не нравится. Я думаю, нихуя себе. Думаю, ничего себе я человека воспитал. Угу. Вот не зря говорят, знаете, вот с детьми вот. Реально, до 7, до 8 лет побыл, и нахуй потом, не надо. Все азы они понимают до первого класса. Ну, я к тому, что батьки мы нужны с вами вот до седьмого года, и все. Так что, если вашему ребеночку любимому где-то около 7-8 лет, и вас это удерживает, не парьтесь нахуй, вы ему уже все дали. Так что кидайте своих старых кошелках, но вы поняли, да, посыл? И начинайте жить, мужики. Угу. А то потом начинаются институты, хуюты. Это самое время ваше пожить вот эти 10 лет, пока ребенок там, знаете, в школу ходит. В это время самое то, стянуть это все на бабушек, на дедушек, на мамок. Хотели внуков, детей, нате нахуй, и все. И пусть разъебываются. Короче, вот такая хуйня. Ну все. Пяу нахуй! Видео просто с нуля записалось охуенно. Еще раз по лайку и пяу-пяу. Реально ничего не происходит. Надо 10 000 натурно. Инкогнито. Угу.